Саженцы азалии японской Викс Скарлетт – это универсальный сорт, который подходит для выращивания в горшках либо в открытом грунте. Растение представляет собой миниатюрный, до 50 см в высоту и ширину, очень густой и плотный кустарник. Летом его можно выносить на свежий воздух, а зимой – укрыть от морозов в помещении. Цветы японской азалии небольшие, до 3-4 см в диаметре, насыщенно красные с оранжевым оттенком, расположены группами по 10-15 штук. Они появляются на побегах в мае и сохраняются в течение 3-4 недель. В остальное время года куст не теряет декоративный вид за счет густой кроны. Часть листьев он сбрасывает на зиму, но относится к вечно зеленым растениям. Азалия японская Викс Скарлетт – это многолетнее растение высотой 60 см. Цветок окрашен в оранжево-красный цвет. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.